основе ключа можно сделать кучу-кучу вообще всевозможных вещей. Значит... Классический ключ с бальным ключом, да? Классический, опять же. Пожалуйста, всегда в танце обращайте внимание на ноги, на ступни. Очень часто бывают вот такие моменты. Реально, на самом деле. Вот они. Сейчас мы... Раз, два, три, четыре. Встали на носочек. Да? И то же самое. Нога красивая, пять. Раз, два, три, оп. Получается вот такая, давай. Внимание на заднюю. Да? Идеально. Если, допустим, юбка с разрезами открытая или просто короткая. Ноги – это первая вещь, которая бросается в глаза. И они должны быть идеальны. Любое движение, что бы вы ни делали, вот нога. Хорошо? Дальше.
Люди все время... Бочка. Или то, что здесь называют бочкой. Переносим, как бы, если мы делаем это вправо, да? Хорошо. Если будем делать в эту сторону, естественно, начинаем переносим тяжесть нашего тела на левую. Носком правой ноги. Рисуем как бы траекторию, да, что мы будем делать нашими бедрами. То есть это вот такой маленький кружочек. Да? И. Движение бедра начинается с конца, вот оно уже пошло. Пам, 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 и обязательно докручиваем. Справа начали, направо и закончили. Потому что ну, очень часто встречается вот там, там, потом он встает и куда-то идет. Если начали движение, обязательно нужно закончить. Давайте попробуем. Коленочки у нас, вот мы пошли, коленочки, они вместе. Там, 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 тарам. Это очень важно, потому что вот это, этого быть не должно вообще в принципе. Значит, начинаем, видите, колени поставлены вместе, параллельно. Там, 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 и вот они опять вместе. Да? Навеска на лицо, без костей, вся вот такая. И если мы... совмещающие эти вещи. То есть мы вправе, владея своим телом, не знаю, что мы делаем, вправе решать сами, на что мы хотим в данный момент обратить внимание зрителя. Если мы хотим, чтобы было движение яркое бедрами, можно остановить на секунду. Вверх. Это
тогда получится двигать только это. И это будет ярким. Да? То же самое, когда вы работаете вверх. Остановить низ, и чтобы было только вот это. Но останавливаем, то есть мы не делаем переступания. Замахнулись. И вот эта рука, идущая, да, как будто бы крест-накрест, она вас оттуда вытягивает. Да? И вытягивает, вы уже готовы сделать что-то, уже пошли. Еще раз покажу, а потом все вместе сделаем. Никогда не слушайте, как не то, что просто неправильно, когда кто-то говорит, абсолютно расслабьтесь, да, пускай руки будут свободны, нет. Напряжена каждая мышца, в каждом пальце, каждая фаланга. Все работает. Ничего не расслаблено. Больно, если больно, то правильно. Да? Исключается сразу вот это и вот это. Почему я думаю, очевидно, вполне, да? Рука сразу короче становится, моментально. Вы обрубаете руку, если вот так кисти висят. Поэтому пускай кисть будет продолжением всей руки. Вот. В принципе, это классическая, вначале сам, это классическая балетная рука. Вот. Сразу, самое страшное, что может произойти с танцовщицей, это вот это. Это не будет, вот пускай витает там, вот это будет не должно вообще никогда в жизни. Да? Локти могут быть согнуты, если они смотрят назад. Не в пол, а назад. Согласитесь, разница большая. Да? Может быть, я говорю сейчас достаточно простые вещи, но они, как выяснилось, не для всех очевидны. Самое важное основное движение, движение руки, рукой, оно начинается не здесь, оно начинается вот отсюда. Вот оно все. И оно само заканчивается. Начинается очень глубокое все. То же самое было. Вот они пошли вместе. Прочувствовать вот это. И из-под лопатки откуда-то. Чтобы они не были мелкими, такими плоскими, невкусными. Значит, еще один момент, очень важный. Работа бедрами. Можно просто делать что-то, да, красивое. А можно, поскольку это танец, это шоу, правильно? Привлекать, обращать внимание зрителей на ту часть тела, которой вы работаете в данный момент. Если мы, допустим, в данный момент сделаем что-то типа пам-пам, да? Пусть это будет понятно, да, о чем я говорю? Такой какой-то вот коридорчик такой для бедра. Чтобы не осталось это движение, вот просто оно прошло и фиг бог с ним. Обратите на это внимание. Вот оно левое. Вот раш. Это опять же не пускай. Да. Давайте вот еще чуть-чуть. Но это не означает абсолютно, это не постулат, это удобно, что когда мы делаем раш, мы всегда делаем так. Нет. Как бы сами должны вот
Когда вы строите свой танец, вы сами поймете, когда это уместно, когда нет. Но это красиво и правильно. Да? Значит, вот вы коридорчики. И очень по-египетски, забыла сказать. Пам-пам-пам. Пам-пам. Работая бедром назад, как бы, если мы будем что-то делать здесь, да, или вот так, оно тоже все останется прошло, и никто не вспомнит. Обращайте внимание. То есть вы убрали руку, чтобы, как бы от противного действия, да, убрали руку, чтобы ничто не загораживало бедро, и обращайте внимание глазами. Лохмушечек скосились. Подняли глаза на зрителя, тогда уже поймете, что она там делает, зачем это. Вот он. Давай. Добавляю воды, вот это, да, майя называется. Можно уже самим что-то составлять. Да, не обязательно, если мы идем пам-пам. Любая импровизация, как бы она доступна тогда, когда есть с чем материалы, с которыми можно импровизировать. И стремиться нужно к этому. Когда сами затанцуются, сами будете слушать музыку, потому что это все здесь. Это не в бедрах, это не в руках, это не в сумасшедших фигурах. Оно вот здесь вот все. Сама женственность, такая сублимированная такая, шар, кокетство, заигрывание, но все это настолько находится, как это не скатывается в какую-то вульгарность или откровенное что-то, не то, что нам нужно, да, это вот балансирует на пике. То есть танцуя, одновременно нужно нравиться и
женщине, которой еще 74 года, она сидит, бабушка замотанная, да, и парню, которому 18 лет. Понравится парню очень легко, попробуйте понравиться бабушке. И так, чтобы она еще отнеслась к вам нормально, а не как обычно это бывает. Вот балансировать нужно вот на этом. Это трудно, но этому можно научиться. Так? Эгдал — это также то, что является показателем, что отличает танцовщицу от нетанцовщицы. Потому что технически, с технической точки зрения, можно сделать все правильно. Можно попасть в каждый такт, можно... Ну, ни к чему не придерешься, да? А вот она оттанцевала, ушла, а у меня здесь ничего не осталось, да? Физкультура, хорошо, все правильно, все замечательно. Ушла, а здесь у меня пусто. У меня должно остаться что-то, что я скажу, нифига себе, вообще как здорово. Поэтому, если вот на примере это объяснить, можно сделать... Но если мы сделаем что-нибудь типа... Понимаете, что? Это трудно объяснить словами. Но это заметно мы сейчас хотя бы? Или... Потому что когда это будет постоянно, оно потеряет свою вкусность, да? Если постоянно вот так вот развиваться, двигаться, все, ну ладно, ничего интересного не останется. Вот когда мы сами научимся уже, ну это своего рода, наверное, стратегия, предвидеть, да, там, на 4 шага вперед, там, на 8 тактов. Когда нужно включить именно вот это, а когда нужно остановиться, замереть и продолжить более спокойно. Да? Еще очень важно то, что я хотела бы до вас донести, танцуя, не постановку, танцуя самой, да? Обязательно нужно знать, начиная любое движение, обязательно знать, где, как и когда ты его закончишь. Потому что очень часто бывает, что-то начинают, и это красиво, замечательно, да? А потом или от незнания, или она не досчитала что-то, оно все, оно уже куда-то пошло, оно смазалось, а начало было классное. Поэтому перед